Всем привет! Снимаем наше первое видео. Да, всем привет! Мы двигаемся в кафе под названием «Лето», которое находится на Минском море. Хотим протестировать, ощутить эмоции чего-то свежего этим летом, потому что погода вот в этом году радует крайне мало, и сегодня выдался именно тот день, когда она весьма неплохая, 25 градусов, что не может никак не радовать. Поэтому мы выдвигаемся и едем туда. Пришли с Таней снова на корты. Таня меня адаптирует к теннису. Иногда. Как называется? Городской центр Олимпийского резерва? Да. По теннису. Да, будем сегодня играть, если повезет. Таня на меня злится, потому что мы не пошли на улицу. Но с кем не было. Говори первую речь. Ты все равно будешь смеяться. Я не буду смеяться. Чего ты прячешься? Ты должна говорить, типа, наш первый момент, как записать влог, все такое. Наш первый момент, когда мы счастливы. Нет, мы счастливы всегда. Нет. Не как в доме 2, но типа. Ты в говнешке. Так они везде. Мы же под минометами чая. В общем, покажи наши яхты. Где-то там, на заднем вот фоне. Вот это вот моя красная. А чего красная? Красная? Кстати, сейчас находимся на тренировке и тренируем Яну. Будем играть в умблдоне. Абсолютно безнадежно, наверное. Нет, почему? Из меня спортсмен очень плохой. Две тренировки уже такой прогресс. Две тренировки. Сначала с правой получалось, а с левой нет. А теперь наоборот. С правой могу, а с левой абсолютно нет. Таня страдает, очень сильно страдает. Неправда. Она терпит, злится. Хочешь, чтобы мы играли на улице, а я стесняюсь, потому что я такой плохой теннисист, что это абсолютно несерьезно. Неправда, на самом деле, ты вот из всех любителей, которые первые тренировки, вторые тренировки играют, ты намного лучше играешь. Ну ты же у меня теннисистка, поэтому так. Мы пошли дальше играть сейчас, возможно, будем друг против друга, да? Угу. Ага, я понял, это сарказм. Нет, да. Если кто не знал, то это наше Майами-Бич, Минское море, или же Минское водохранилище, точнее Заславское. Когда здесь мало людей, нет пинчук, никто не жарит шашлык и не кричит матом, здесь очень даже уютно. О, белоснежный налет. Снег. Да, это снег, я стою на снегу. 20 июля пошел снег и... В принципе, для нас, для нашей погоды это нормально. Снег? Да. Из птичьего помета? Да. Вот тебе нравилось в кафе «Лето» кальянчик, либо в кафе «Мята»? Мята специализируется на кальянчике. И был у Славы. Прости, Слава. Не,
Блин, ну мята просто специализируется на канале, а это же сезонное. Еще, кстати, очень сильно устает рука. Вот. Е. Меня переняли камеру. Вот это вот красивый такой вид. Это не красивый вид, это реальность. Нет, реально как будто на отдыхе. Мама бы сказала, чем бы вам не Италия. Антон, специально для тебя. Сейчас Таня покажет яхты, которые я прикупил у нас дачу. Ну, они немножко подушатанные, но сойдет. И вообще вот этот весь центр, это я решил себе бухту сделать, как в Севастополе. Правда, тут нет Черноморского флота, но есть мои яхты. Это большое количество всех моих яхт, каждый из них. Покажи. А, так Антон видит. Мы пробуем снимать влог. Типа сейчас это очень мейнстримно и, казалось бы, обыденным, но это интересно. Каждый человек должен показывать свою жизнь любыми путями. И неважно, будет это кто-то смотреть или не будет, просто мы же в век высоких технологий информационных и, наверное, не только информационных, но и компьютерных. Поэтому, если есть такая возможность показывать жизнь людей путем видеозаписи через интернет, то надо этим пользоваться. Это потому что номер два. Да. Я рассказываю о высоких интеллектуальных темах, а Татьяна моя говорит о Зыбицкой. Все-таки Майами Бич — это не Зыбицкая. Да. Держи. Я тебе прыгну сейчас. Фу. Ты прыгнешь, ты будешь как Халк. Знаешь почему? Потому что вода зеленая. Нам бы хоть 10 просмотров. Нет, ну чего? Просмотр от Юрия Ивановича, от Елены Владимировны, от Розалии Осиповны, от Ольги Евгеньевны, от Вячеслава Викторовича, от Антона Юрьевича. От Вероники. Они вместе смотрят, так что. В общем, мы съездили сегодня в яхт-клуб под названием. Как? Под названием Яхт-клуб, который находится на Минском море. В кафе, наверное, летнего образца. Так, с одноименным названием «Лето». Какие у тебя эмоции? Ариантик? Не, на самом деле. Мне понравился вид, что тут можно везде фотографироваться, и везде будет идеальная фотография. Это так для девочек. Вот. Что еще понравилось? То, что всего лишь вход там 2 рубля, и можешь гулять где хочешь, ну, нет, да, ограничений. Вешают такие вот бумажки за 2 рубля. Ну, это не бумажки, это 2 рубля вход, ну, как дресс-код, который позволяет находиться на территории всего комплекса. Здесь есть возможность снять яхту, покататься, инвентарь какой-то. Также здесь есть парусная школа, которую, не знаю точно, обучает обычных людей или только специализированно как профессиональный профиль, но сам факт, то, что весьма интересно. Мы 205-й человек. 2005. Мы 200 тысяч? Да нет, это бред. Не бред. Посмотри, сколько у тебя. У меня 205 162. А у меня 161, видишь? А аналогично, потому что мы входили в одно время. Нет, ну понятно, что это ведется по счету, сколько людей. Ну, может быть. В общем, вот, мы совершенно довольны нашим походом, потому что сегодня у нас была дилемма. Да, Татьяна? Мы выбирали между аквапарком и походом в кафе и вот и парком, да, и совершенно спонтанно мы решили сходить именно сюда. Поэтому всем советуем адрес Минское море, район Заречье 1, если не ошибаюсь. Это недалеко от лагеря «Ракета», и, соответственно, транспорт сюда общественный также ходит.
А надо смотреть вот сюда. Я смотрю. А я смотрю дурак на себя. Я иногда тоже на себя. Ну, не иногда. Если смотреть в камеру на самого себя, а не в сам объектив, то да, это верх опут эгоцентризма. И я был таким на протяжении всего ролика. Я тоже. Все. До свидания.